Друзья, всем привет! Вы на Флагман ТВ, с вами Артем Некрич, и сегодня мы рассмотрим спиннинговое удилище Palm Spinwheel. Линейка Pinwheel состоит из множества моделей широкого диапазона длин и тестов, от ультралегкого до среднетяжелого класса. Удилища обладают быстрым строем. Считается по праву специализированным инструментом для ловли лососевых рыб, в частности форели, но также подойдет и для ловли головля, щуки, судака, окуня и прочих видов хищной рыбы. Японские удочки этой серии очень универсальны. Все модели отличаются дальностью и точностью заброса, легкий и надежный инструмент с хорошим сдерживающим потенциалом. Серия удилищ Palm Spinwheel – это также отменная чувствительность. Вы почувствуете малейшее прикосновение рыбы к приманке, малейший контакт с ракушкой, камнем, травинкой и прочими неровностями дна. Pinwheel оснащены новейшими противозахлестными кольцами Fuji серии K со вставками из карбида кремния. Удобная разнесенная рукоять с комфортом ложится в руку. Изготавливается удилище из высокомодульного графита марки ST Focus Graphite. Palm Spinwheel – это функциональное спиннинговое удилище профессионального класса. Данный товар вы можете приобрести в розничной сети магазина Flagman, а также в интернет-магазине по адресу flagman.kyiv.ua. Если данное видео было для вас полезным, ставим лайки, пишем комментарии и подписываемся на наш канал. До встречи на Flagman TV!